Всем привет! Мы продолжаем путешествие по Лиге Исследователей. У нас открылся новый квартал. Разрушенный город. Третий фрагмент посоха, жемчужина приливов, скрыт в джунглях Тернистой долины. Туда отправился сэр Финли, но мы потеряли с ним связь. Ох уж этот сэр Финли. Так, мы получим сэра Финли и тропический совух. Или совух. Мне нравится больше совух. Наги поймали Финли. Торопись, исследователь, иначе его съедят заживо. Лорд Скользкое Копье. Сэра Финли захватили в плен, спасите его. Так, призывает на поле боя голодную нагу. Ну, по старой доброй традиции буду пробовать хендлоком. В принципе... Обычный режим не должен вызвать каких-то проблем. Начало просто отвратительное. Приветствую. Время обедать. Блюдо дня. Суп из мурлока. Прикольно. Здравствуй, исследователь. У меня возникли небольшие затруднения. Не поможешь, коллеги? Затруднения у него возникли, ага. Здесь ужасно темно. Опа. Глядишь, я так и отъеду. Ой, мамочки, становится жарковато. Ты, она так и будет расти, что ли? 1.3, 1.4. Блин, элементарь. Заметить, все это крайне неприятно. Ого. Придется избавляться от великана. Спасибо. Я едва не погиб. А ну-ка вернись в котел! Я думаю, а может быть использовать? Он же даст новую силу, и вдруг там этот хил. Все готовы к приключениям. Исцеление. А вот что мне в данный момент лучше исцелить? Я возьму исцеление, короче. Плюс 2 до конца хода. О-оу. Так, дружок, ты будешь драться вот с ним. Можешь ему бить в лицо, сколько тебе понадобится. А я буду его хилять. Нормально? Он даже не стал бить, смотри-ка. Пролом! Я не могу это разумеется сделать. Ладно, поставлю исцелятор. Люблю налеты. Неприятно.
Так, он станет 6-6, да? Он станет 6-6. Конечно, я могу его фигануть. Но смысл в этом... А, ладно. Мог бы, конечно, просто ожогом души его убить, но... Сейчас мои огненные великаны придут и будут вообще на... Так. Все-таки что-то ставит на стол. Я-то думал, он не будет ничего ставить. Да, вот это читерская карта. Можно поставить Жараксуса и ускорить момент. Перед тобой Жараксус, перерасский повелитель пылающего легиона. Все равно он отомрет. Ты уверен, что десерт пожаловал? Неплохо сыграно. А вот и десерт пожаловал. У меня нет времени на игру. Запускаю обнимашки. Пролом, разумеется. Я ничего не буду ставить. Он в таун-то не бьет, кстати. Или... А! У тебя еще и казнь есть. Походу дело потный парень будет. Ого! Разумеется. На тебе обратно твою карту. Сдохнешь? Должен сдохнуть от... Чё? Я её только сбрасывать могу, что ли? Никто не должен выжить. Я думал, я ему передам. Огромная жаба. Ну что, пойдем за последним фрагментом. Горилла бота 3. Если у вас на поле боя есть механизм, вы раскапываете карту механизма. А я надеялся избежать стычки с великим плавником. Что ж, в бой! Одолейте этого гигантского мурлока, чтобы добраться до последнего фрагмента. Вы берете карты до тех пор, пока у вас в руке не будет столько же карт, сколько у вашего противника. А, ну, хендлок это, конечно, жестко. А давайте попробуем его зарашить. У меня старый-старый воин. На рывках и оружии. Победа или смерть? Ну, я даже мрачного завсегдатая его поставил. Вообще думал, он другой. А чё карта-то, кстати, такая, а не это? Что? Я не ослышался.
Как грубо. Я сокрушу тебя! За 0.1.1 малый плавник. Неплохо. С учетом того, что у него, видимо, колода мурлоков. Вот спасибо. Ах ты, та-та-та-та. А у меня до карт меньше? Ах, у тебя еще монетка же точно. Что? Вот дрянь. Не стыдно. Ведешь себя как ребенок. Мне нужен командир песни войны. Да хорош! Латхип, скорее всего, в помощь. Может, поставить её? Не, ладно. Пусть боль говорится не надо. Сделает мне больно. Мрыгал. Сыграно. Талант тебе ругаться. Ах ты бафер долбанный. Я, пожалуй, поставлю завсегдатого. Наберет, зараза, за ноль. О, отлично. Можно, конечно, совушку кинуть на этого. У него, по идее, должен быть еще чувак, который... С рывком. Так.
Эй! Случайно кликнул. В общем, я получил, видимо, эту карту, которая призывает трех умерших муруков. Жемчужина у нее! Забираем наш трофей и уходим отсюда поскорей! Леди Назжар. Последнее время Леди Назжар. Мы так близки к цели. Жемчужины прилива. В конце вашего хода заменяет всех существ на других со стоимостью на одну ману больше. Всех существ. А давайте попробуем хэндлоком. С другой стороны, конечно, паладин хорош, потому что у него паладинчики постоянно 1-1. Ну, давайте попробуем. Гулдар и леди Назжар! Мощь прилива поглотит тебя! Вот интересно, великан. Ну как вообще сыграет? Хорошо с древним дозорным, потому что он, то есть, не может атаковать, но. Я клинок из шары. Ты ничто предо мной. Я сэр Финли Мордлтон. Мое почтение. Вот это неприятно. Суккуб за 4-3. Воу. Что? 3-2 получил, говно вот это. Как далеко продвинулись остальные? Стой, убери. Рено уже вернулся с жезлом солнца. Бран скоро будет. Смотри. А толку от этого? Ну ладно. Я, походу, делал плохой вариант. Хотя... Что они ждали? Не, ну если он будет бить в лесо постоянно, то, конечно, печально. Зато у меня есть великан. Еще и мурлока взял. Да, я понял, какая колода должна быть. Пипец. Просто все в лицо хреначит. Мне нужен этот. Нет, пекл. Ух, демон. Уничтожать по случайному существу обоих... Нет, мне такое не нужно. Так, надо серьезных ребят убивать. Печаль, беда. Простите, а за счет чего у меня? Ваши карты стоят 5 маны. Морская ведьма. Зашибись. За императрицу. Не, ну в принципе, конечно, это хорошо, что они 5 маны стоят. А кстати, нет, она, наверное... Подожди, а сработает пресмертный хрип? Давайте проверим, сработает или не сработает. Я, правда, сейчас отъеду.
Питание не работает при смертных репетах. Рено стоит. Чё стоишь, Рено? Фу, тут громаш. О! 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 Да почём? Сейчас же взорвется, правильно? Хо-хо-хо-хо. Шесть дракон. Неправильно опять сделал. Неправильно. Почему в сову? Почему не в него, а? Мои глаза всегда открыты. О, великан жив. Вот это класс. Вот это класс. Тогда ставим великанов. И надеемся. Нет! Сволота! Не, ну мне в принципе понравилось. Надо хантом, может быть. Или вообще отдельную колоду собрать. И леди Назар! Мощь прилива поглотит тебя! Моя душа будет моей! Вот если бы не этот кракен, я бы победил. И еще мне это пламя не пришло. Пришло бы пламя, вообще было бы шикарно все. Спасибо. Спасибо. Даже ничего не поставил. Ну, жесть. Ты истечешь кровью. Поднять щиты. Ну и толку. Блин, надо было таунт оставить на потом. Подожди. Поднять щиты. Нате. Я столько времени сидел в этой штуке. Тихо, все еще может быть на нашей стороне.
щит Аргуса! Да начнется битва! Но смертоносный. Это неприятно. Но с другой стороны, они перестанут быть таунтами. Блин, жалко, что вот это хильнул его. Давай что-нибудь с одним хп. Понятно. С одним хп хрена тебе лысого, да? Чем я этим ударил? Три хп, и сейчас кракен какой-нибудь, нет? Запарил ты хиляться, ты... Дрянь. 1-7! О боже. 1-7. Вы это видели, да? 1-7. Да ты задрал выхиливаться-то, а? Давай что-нибудь такое дамажное, дамажное. 8-5. О! Тварь ты последняя. Изи. Так, гадюка. Жемчужина наша. Пора возвращаться в зал исследователей, где наконец-то мы соберем посох воедино. И вот эта морская ведьма, которая ваши карты стоит 5 маны. Нет, это, конечно, хорошо, когда у тебя, например, тяжелая колода, да, это на 10-й ход, но... Подсал ее надо, да. Классовое испытание. Свершилось. После стольких лет поисков посох созидания наконец собран воедино. Эй, что за... Здравствуйте, так называемые исследователи. Я Рафаан. Спасибо, что разыскали. Почему он не договорил? Позвольте мне продемонстрировать его мощь. И, видимо, это нас ждет на 4-й неделе. Вот он, вор Рафаам. Могучный артефакт раскапываем. Ну что ж, вот такой вот... Такой вот разрушенный город, довольно интересно. Будем проходить дальше испытания и, конечно же, героический режим. Вам спасибо, что смотрели. Ставьте лайки. Всем пока.